Я, Свиридова Зоя Ефимовна, проживаю вот в этом доме. Дом 15, квартира 30. Проработал в совхозе 70-го года по 2002 год. Получил послание это, я удивилась. Надо же, думаю, как пишут, заботятся о нас, не обижайте женщину. Читаю дальше и сама даже не верю своим глазам. А это, оказывается, кто? Опять это Ирина. Ей все что-то, чего-то не хватает. Это вообще невыносимо. Как может эта женщина так... Ну, это с ее слов все подано. Вот, это раз. И во-вторых, в конце написано... Даже фамилии, имени нету. Как может анонимка? Как вы можете присылать такие письма нам, старикам, которые отработали здесь, начиная после студенческих лет и до такой старости? Совесть имейте. Но самая главная суть у меня еще вот вопрос поднятый вот здесь. Что якобы отняли у нас, у пенсионеров, здание Золотой Осени. Оно как было, так и есть. Мы приходим сюда, что нужно, там какие бывают у нас лекции, или что мы приходили, приходим, садимся, сидим, приходят, читают нам лекции, все это делают. Ну что это такое, зачем же врать, а? Ну какое вранье, а? Безбожно врете, но мы все ходим под Богом. Все это аукнется. Кто врет, вам это все придется пережить.